Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. Холодные фронты огибают с севера горные хребты Алтая, проливаясь холодными дождями и грозами в горных долинах. А холодный, но солнечный уральский антициклон достает с запада только до Иртыша. Далее более подробный прогноз. 1 сентября в Новосибирске ночью без осадков, днем небольшие дожди с грозами. Ветер северный 2-7, порывы до 12 метров в секунду. Ночью 6-8 тепла, днем ожидается около плюс 15 градусов. Вы смотрели прогноз погоды Западно-Сибирского метеоагентства. На этом все. Желаю удачного дня!